Кстати, доказано, что если в социальных сетях проводить больше часу, то вы более депрессивны, чем все остальные, чем те, кто меньше. А вот в два раза примерно. А если больше четырех, то у вас вот так резко кривая растет, и у вас возникает ощущение внутренней вот, депрессии, вот это состояние, суицидальные мысли и так далее. Почему? Потому что невозможно постоянно смотреть на приматов и не тискать их. Да, вы думали.